Ранее биткоин рос вместе с рискованными активами, однако в последние несколько месяцев он действовал подобно безопасному убежищу. По словам Нельсона Миньера, главы внебиржевых продаж на бирже криптовалют Kraken. Миньер сказал, что текущее состояние индустрии криптовалют, со всеми ее инновациями и торговлей, похоже на то, что было на Уолл-стрит, когда там только все начиналось. Маркус Свейнпл, генеральный директор биржи криптовалют Lano, сказал, что портфельные менеджеры должны иметь некоторую заинтересованность в криптовалютах, потому что астрономические доходы намного перевешивают риски. Итак, это хорошее время для начала ралли. Давайте проанализируем графики. BTC Ast Bitcoin. BTC торгуется внутри симметричного треугольника. Обе скользящие средние выровнялись. RSI находится чуть ниже средней точки, что указывает на консолидацию в краткосрочной перспективе. Симметричный треугольник обычно действует как продолжение, следовательно, мы поддерживаем бычий тренд и ищем хорошую точку для входа. Прорыв симметричного треугольника станет первым признаком возобновления восходящего тренда. Следовательно, трейдеры могут открывать длинные позиции, как было предложено в предыдущем анализе. Однако в торговле криптовалютами нет ничего определенного, потому что иногда симметричный треугольник действует как модель разворота. Пробой ниже треугольника и поддержка в 9.080 долларов. США могут привести к снижению пары BTC AST до 7.451,63 долларов. США, из-за этой неопределенности на графике и цены ниже обеих скользящих средних мы не рекомендуем трейдерам открывать длинные позиции на текущих уровнях. ETH AST Эфир, ETH, застрял между 21-дневной EMA и знак доллара 174,461. Обе скользящие средние имеют наклон вниз. RSI находится в отрицательной зоне, что говорит о том, что медведи контролируют ситуацию. Хотя 14 августа цена пробила критическую поддержку на уровне 192,945 долларов, медведи не смогли опустить ее до следующей поддержки на уровне 150 долларов. Это говорит о том, что инвесторы ставят ордера на более низких уровнях. Когда цена не может пойти вниз, после пробоя важной поддержки, она стремится изменить направление и развернуться в противоположном направлении, когда краткосрочные трейдеры пытаются извлечь выгоду из торговли против тренда. Прорыв и закрытие выше 20-дневной EMA может привести к быстрому ралли до 235 долларов 70 центов. Хотя на 50-дневной SMA есть небольшое сопротивление, мы ожидаем, что оно будет пройдено. Следовательно, агрессивные трейдеры могут открывать длинные позиции, как предлагалось в нашем предыдущем анализе. Тем не менее, это рискованная сделка, потому что тренд все еще направлен вниз, следовательно, удерживайте размер позиции на уровне 50% от обычного. XRP AST, хотя XRP достигла 20-дневной EMA, она не смогла выйти из нее. Криптовалюта не вырвалась из 20-дневной EMA с момента ее спада 27 июня. Это показывает, что медведи агрессивно защищают 20-дневную EMA, однако неспособность медведей извлечь выгоду из пробоя ниже знак доллара 0,24508 показывает, что более низкие уровни привлекают покупателей. Если быки могут подтолкнуть цену выше 20-дневной EMA, это будет сигнализировать о конце нисходящего тренда. Хотя на 50-дневной SMA есть N. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.